эта презентация родилась из-за того, что я начал все больше встречать разработчиков, которые почему-то должны проектировать интерфейс, почему-то должны размещать все эти элементы. И вот, это абсолютно не ваша работа, но раз приходится, вот, так почему бы не поделиться знаниями, которые поможет вам это сделать более качественно, более правильно. Меня зовут, да, Николай, как представил Тарас. То есть я до 2008 года занимался исключительно графикой, дизайном. В 2008 году прекрасные люди, Портатопопов Сергей и Карапузов Олег, может кто-то знает, познакомили меня со словом юзабилити. После этого я узнал, что такое UX, то есть User Experience. Мне это просто мега поперло, я начал больше копаться в этом, разбираться. Первые мои шаги в этой профессии были в корреспонденте в Бигмире, еще до того, как они продались. Вот, были интересные задачи, мы почти запустили офигенное приложение для iPad, к сожалению, не хватило на это бюджета, ну и плюс начались всякие размолвки. После этого перешел работать в работу UA, наверное, знаете такой сайт, надеюсь, хотя, ну, лучше его, конечно, не знать, лучше, чтобы лучше вас искали, чем вы кого-то, чем вы работу себе. Вот, там вообще был, на самом деле, огромнейший опыт, мне доставили возможность организовать весь процесс UX с самого начала, потому что когда компания меня нанимала, они знали, что им нужен UX-дизайнер, а для чего особо не понимали. Ну, бывает так часто. Вот. Поэтому у меня как раз был опыт там, создания всей стратегии UX, проведения всего того, о чем я вам сегодня расскажу. Вот. То есть все это то, что я рассказываю, основано на практическом опыте, через который я прошел. Вот. После этого я в работе UA стал продакт-менеджером, но UX-дизайн не уходил из моих обязанностей. Вот. И сейчас я продакт-менеджер в компании LBIS. Это B2B-площадка международная для продаж товаров. Вот. И, собственно, все так же я ответственный за зону UX на LBIS. Вот. Конечно, кроме всех этих проектов, я не боялся брать халтуры. Принимал участие и в американских проектах, и в голландских, для поляков тоже, то есть помогал им. Вот. В этом всем расскажу вам, в принципе, по ходу своей презентации. Вот. Теперь начнем. UX-дизайн, то есть уже есть слово «дизайн», и как мы привыкли, когда мы говорим слово «дизайн», мы представляем себе некий внешний вид. Вот. В то время как Стив Джобс говорит нам, что это не то, как предмет выглядит, а то, как он работает. Я, честно, имхо, немножко не согласен, я скорее бы сказал, что это и то, как он выглядит, и то, как он работает, потому что эти вещи часто взаимосвязаны. Вот. Также Дитер Ранс, проектировщик Браун, сформировал 10 правил хорошего дизайна. То есть дизайн должен быть инновационный, дизайн должен делать продукт полезным, он должен быть эстетичен, вот. Ненавязчив, честен, надежен, он должен защищать или как-то обеспокоиться об окружающей среде, и самое главное, дизайн это как можно хороший дизайн, а как можно меньше дизайна. Кстати, у проектировщиков интерфейсов тоже есть подобное высказывание. Это хороший интерфейс, это отсутствие интерфейса. Ну, такое вот. Продолжаем говорить, и теперь уже более конкретно user experience. То есть Википедия дает объяснение это как будто более, то есть опыт взаимодействия характеризуется личным эмоциональным восприятием во время пользования продуктом. Вот. Давайте приведу пример, чтобы просто не было это просто текстом. Недавно сделали покупку в одном из магазинов Prom.ua. Знаете, да, площадку Prom.ua? Вот. И этот магазин оказался недостаточно хорошим. Товар, из которого мы купили, не подошел. Плюс он был не совсем качественно выполнен, поэтому мы решили вернуть. Но у них оказалось какое-то внутреннее правило, в течение 48 часов только можно вернуть. Хотя по закону Украины на это дается 14 дней. Вот. Мы обратились в службу поддержки Prom.ua, и вот вчера, то есть все это время служба поддержки сопровождала весь этот процесс возврата, то есть заставила эту компанию все-таки принять возврат, вернуть деньги, и вчера, то есть, не отписались, то есть все нормально, деньги дошли. Я сказал спасибо большое, да, действительно, деньги пришли. То есть с тем магазином, конечно, сотрудничать не будем и другим не рекомендуем, а вот с Prom.ua, то есть я получил огромнейший классный экспириенс, я получил удовольствие. Это не реклама, это просто то, есть, то, что я вот недавно испытал на себе, то, что мне понравилось, то, что меня вдохновило на этот пример. Вот, то есть Prom.ua в этом плане показал себя отлично, молодцы.
Есть, конечно, плохой user experience. Я люблю ребят и знаком ребятам из MacPo. Вы знаете, да, компания, которая производит продукцию, утилиты для Apple техники, ну, для MacBook'ов, для macOS. Вот. Классные ребята делают классные продукты, но они выпустили третью бета-версию CleanMyMac. И я решил воспользоваться, почистить свои старые программы. Увидел, что у меня там три версии Photoshop установлено. Думаю, ну нафига мне первые две, я последнюю оставлю, а предыдущие две удалю. Я выбрал первые две версии, удалил, потом решил запустить Photoshop, а никакого Photoshop не оказалось. Он удалил все, весь Photoshop. Также случилось и с другими программами, которые были старые версии. То есть программа MacCleaner удаляла, CleanMyMac, точнее, удаляла все версии. Я написал техподдержку, то есть, ребята, может, как-то можно решить этот вопрос. Но они просто отписали, да, мы знаем, спасибо. А мне-то что, как бы я теперь вот, ну, блин, ну, так не делается. Ну, надеюсь, это не исправят, и техподдержка тоже, может, просто плохой день был, я попался, на, там, мало ли, что произошло. Вот, теперь давайте еще немного примеров user experience. Вот мы конкретно видим то, как видит себе этот дизайнер. Вот так, как это происходит на самом деле. Это если вдруг user experience формирует дизайнер, просто придумал. Я не хочу сказать, что дизайнеры плохие сами по себе. Нет, ребята молодцы. Собственно, я их прекрасно понимаю. Часто у них недостаточно там данных, понимания, знаний, чтобы делать дорожку, прокладывать туда, а не сюда. Вот. Ну, мы должны запомнить, что UX не рождается в нашей голове, не рождается в голове дизайнера. Он рождается в первую очередь от пользователей. Вот также, то есть UX это не графический интерфейс, это не UI, это то, что пользователь ощущает во время того, как им пользуется. Все мы помним прекрасный матч Германия-Бразилия, и этот скриншот, кстати, много, ну, то есть облетел все социальные сети. То есть отличный пример, вот девушка воспользовалась интерфейсом и почувствовала себя не очень хорошо. Ну, конечно, Бразилия подвела сильно. Слушай, а это совсем правда. Тут йде мова не власне про інтерфейс, так? Вона подивилась на інтерфейс і, короче, до того вона не знала, що там 1.7, так? А тут вона подивилась і ужаснулась. Ну, да. Я просто этим слайдом хотел сказать, что это не совсем интерфейс. То есть UX это не совсем интерфейс. То есть, на самом деле она-то воспользовалась им, она посмотрела на него, возможно, в очередной раз сказала «А-а-а!». Ну, я не знаю, может, это была вторая, третья реакция. Ну, короче, суть такова, что UX — это не user, то есть не графический интерфейс. Вот. А теперь тоже одна из главных фишек UX — то, что это практика, это не теория, поэтому UX должен базироваться на чем-то рациональном, на каких-то исследованиях, на, то есть, данных, числах. Да, здесь, честно, есть доля маркетинга. Извините, если кто-то не любит маркетинг, я знаю, что иногда бывают такие задачи от маркетинга, что хватаешься за голову и такой «О-о-о-о!». Вот. И поэтому, то есть, в конце концов, UX тоже должен измеряться, тоже должен быть в числах, в конверсиях, он должен быть количественным. Вот. И, естественно, то есть, это что можно мерить? Это можно мерить, в конце концов, количество обращений в техподдержку. То есть, если вы видите, что достаточно, там, если приходит на, то есть, допустим, у вас там 3000 уникальных посетителей на сайте, из которых 30 пишет техподдержку, то, наверное, что-то не так. А в техподдержке, естественно, вы можете там категоризировать вопросы, по которым пишут вам запросы, и понимать, что, допустим, в той зоне проблема у вас или в той зоне проблема. Потом детальнее уже исследовать и прочитать все эти, вот, то, что написано пользователями, и детальнее уже изучить, в чем именно проблема. То есть это также может быть измеряться и регистрация. И если говорить о e-commerce, это должна быть покупка. То есть пользователь зашел, выбрал цвет, выбрал размер, пошел, то есть нажал на «добавить в корзину», перешел в корзину, там нажал «чекаут», там заполнил данные оплаты, данные доставки, личные данные. Фух, заказал. То есть это тоже, то есть вот эта цепочка, это должна измеряться в числах. Вот для примера скриншот из Google Analytics.
То есть здесь вот есть такая достигнутые цели, это как раз вот то, что я рассказал, вот прохождение этого пользователя через все эти этапы заказа и покупки, вот, это все вот пришло к цели оформленный заказ. Это, то есть, достигнутая цель. Вот, естественно, там, ну, многие инструменты позволяют измерять эти цели, если вы знаете, сколько эта цель вам принесет, сколько она стоит. Вот. Вот еще один скриншот, это уже как раз пошаговая разбивка всех этапов, через которые прошел пользователь для того, чтобы наконец-то оформить заказ. И можно будет, то есть можно наблюдать там, где он свалил, куда он свалил, и то есть видеть, на каком этапе могут быть проблемы и что нужно улучшать и где. Я добавил слайд инструменты. Если То есть, когда вы получите презентацию, там можете посмотреть, поизучать, может, что-то понадобится для ваших проектов, личных, для проекта, в котором вы работаете, предложите. Потому что, в принципе, мне было бы лестно, если бы вы, то есть, если бы моя презентация в итоге могла бы стать эффективнее не только вашим проектом, а и лично вам. Вот. Тут пятый пункт есть – отчеты из базы данных ресурса. Честно, я как продакт-менеджер достаточно часто пользуюсь этим пунктом. Обычно в базе данных хранится много интересных вещей, которые можно достать, по которым можно сделать какие-то выводы, вот, понять, насколько там что-то эффективно, на что-то неэффективно. Программисты, конечно, это не всегда любят, когда их этим достаешь. Но у нас сейчас появился специально для этого человек, это его задача, ему это нравится. Вот. И NPS, но NPS на самом деле это вообще немножко отдельная тема. Для этого нужен отдельный доклад. Это, если кто не знает, Net Promoter Score, то есть идентификатор лояльности пользователей. Вот. То есть он показывает именно цифрой, насколько пользователи к вам лояльны. Вот, теперь давайте определим место UX. Я знаю, что вы все догадались, где его место. Я знаю, что сейчас кто-то может даже выкнуть. Это было на прошлой моей презентации. Я только открыл этот слайд, сразу он кто-то сказал, посередине. Я такой, да, спасибо. Да, посередине, да. Между прочим, следующий слайд как раз это покажет. Вот. Ну, я хочу рассказать про эти знаки вопроса. На пересечении технологии и дизайна у нас как раз рождается юзабилити. На пересечении бизнеса и дизайна рождается реклама, маркетинг. На пересечении бизнеса и технологии рождается у нас логика работы. Вот. А UX как раз, он это в себе пытается сосредоточить, определить, как правильно, как не нужно, куда нужно. Раз я заговорил про юзабилити, в чем разница? То есть мы видим UI. UI это просто, он отвечает на вопрос, оно работает, это кнопка, она работает. Юзабилити отвечает на вопрос, эта кнопка работает хорошо, то есть пользователь понимает, что это кнопка и что после нее произойдет. А User Experience как раз добавляет себе некую мотивационную штуку, какой-то эффект, как будто, то есть я написал, заставляет воскликнуть вау. То есть в данном примере я показываю, что интерфейс может разговаривать с человеком понятным языком. Они один лет в компании, как это бывает, на сайт заходишь и, сейчас, минуточку, заходишь на какой-то сайт, и ты видишь, что вместо того, что там просклонять слова, там, ну, одно слово, там, один год, два год, три год, вот, ну, я понимаю, что сделать нужно на это время потратить, но иногда это стоит сделать, вот, потому что я это обращаюсь к разработчикам, вы даже не представляете, насколько от вас зависит на самом деле успех проекта. Часто недооцениваете свою участь в этом. Ну и вот медмедиум, то есть нет, спасибо, и там вот в UX добавил бонус, ваш заказ пройдет раньше срока. То есть пользователь, когда это увидит, он такой, вау, еще и раньше срока, круто, я вообще заказываю прямо сейчас. Да, вопрос. Да нет, питание. Просто, да, питание. Получается, что UX – это юзабилити плюс маркетинг, правильно? Еще раз. Юзабилити – это UX – юзабилити плюс маркетинг. UX включает в себя юзабилити. UX он включает в себя юзабилити. То есть юзабилити это, грубо говоря, как часть UX стратегии. Я еще об этом буду говорить. То есть, да, то есть как раз вот сейчас перейдем, по-моему, это будет слайд как раз. Вот. 5 уровней UX, которые формировал Джесс Гаррет. Да. Вот как раз то, что ты спрашивал, вот оно есть. То есть самый низ. А реально такие цвета, да, не очень, не отличаются?
Значит, надо, я доработаю эту презентацию. То есть как раз вот самый нижний уровень мы видим, это стратегический уровень, на котором мы должны понимать потребности пользователя, цели бизнеса. Мы должны понимать, как мы будем в итоге мерить наш успех или провал. Выше уровень — это уже, то есть, набор функций, которые требуются бизнесу, требуются пользователю для того, чтобы достичь цели. Средний уровень — это у нас взаимодействие и информационная архитектура. То есть это структура, иерархия продукта и то, как, по каким путям пользователь будет его использовать. Предпоследний уровень — это уже дизайн интерфейса, навигации, информационный дизайн. То есть это уже как раз больше по части юзабилити, то есть это вид представления информации, элементы навигации и как контент будет представлен в рамках продукта. И самый верхний уровень — это уже непосредственно детализация, это уже красный цвет, тенюшечки, градиентики, рамочки, то есть визуальное просто представление всей этой информации. Отчасти дал ответ на вопрос? Отлично. Вот есть такой категоричный слайд. Сейчас объясню, почему он категоричный и почему такая жирная точка. Я перечеркнул user experience, я оставил experience. Я намекаю на то, что user experience без пользователя не бывает. В принципе, никак. В центре user experience находится пользователь. Вот, поэтому скорее даже здесь не должно быть написано не и точка, а должно быть написано user only. Вот. Что, если говорить про юзеров, про пользователей? Есть такая методика в UX, это персонажи. Персонажи — это архетип пользователя, который представляет какой-то сегмент ваших пользователей, пользователей вашего продукта. То есть он определяет какую-то поведенческую модель. То есть если там разобьем ту же работу UA на архетипы, уже два формируются. Это соискатели и работодатели. Это уже конкретные два архетипа. Те архетипы, конечно, еще можно разбить, а это будет вообще идеально. В идеале для UX используются три персонажа. Вот. Как их делать и составлять, расскажу позже. Почему три? Потому что больше это будет переизбыток эффективности, ну, то есть переизбыток вашей энергии, вы в итоге не сможете сосредоточиться на важных моментах, важном функционале, важном контенте. Меньше тоже нет смысла, потому что вы можете что-то упустить. В принципе, даже если мы говорим о minimal viable product, то есть минимальный рабочий продукт, то обычно вот, там, те же зарубежные там, американские маркетологи, они начинают с того, что расписывают как раз три персонажа, три архетипа пользователей для того, чтобы сосредоточить в своем продукте именно потребности этих трех пользователей. Но иногда бывает, создают одного антипользователя, это на которого точно не ориентироваться. Вот. То есть начинается UX всегда с того, что надо изучить пользователя. Когда проекта еще нету, это достаточно сложно, действительно. То есть у меня до сих пор возникают с этим сложности, и обычно мне либо везет, либо нет. И если не везет, я получаю маленькую долю информации о пользователях. Если везет, как было один раз с проектом пиццерии, то есть агрегатор пиццерий, и нужно было исследовать пользователей, что им надо, на чем они основывают свой выбор, что для них критично, когда они делают свой выбор, в каких случаях они заказывают пиццу. Хотя я тоже, в принципе, пиццу ем, заказываю, люблю, но и на себя ориентироваться не могу, и об этом расскажу тоже позже. Вот. Я нашел форум любителей пиццы, и там были все необходимые мне данные, в принципе, пол, возраст, даже многие писали, переписывались, где работают, кем работают, рассказывали про, почему не любят одну пиццерию, почему не любят другую пиццерию, что они с пиццей заказывают, что не заказывают. Вот. Этого было достаточно мне, чтобы создать, в принципе, интерфейс для пиццерии, который действительно показал хорошие результаты, чем, в принципе, и горжусь. Вот. И одна из методик создания персонажа описана на сайте UX Lady. Вот. То есть это такая некая, можно сказать, карточка. Обязательно должно быть имя персонажа, должна быть фотография персонажа. То есть все это должно быть выполнено так, что в итоге, когда вы видите этот листик, такое должно создаваться впечатление, что вы лично знакомы с этим человеком. У меня, в принципе, было такое, что я зашел в магазин и
смотрю на девочку, откуда это я знаю? Откуда это я знаю? Я долго пытался вспомнить, пока не вспомнил, что это был один из моих персонажей, который я когда-то сделал. Вот. Ну, случайно так получилось, что взял фотографии этой девушки и вот видел ее в магазине. У нас, в принципе, вот в голове часто формируются стереотипы, и они не случайны. То есть стереотипы — это когда наш мозг пытается упростить все к единому. И, допустим, есть у нас Васи? Вот не... Не обижайтесь, я знаю, что у Васи хорошие люди, у меня есть знакомые хорошие Вася. Но когда говорят мне Вася, я сразу представляю себе такого добродушного, такого открытого человека, вот, такого веселенького, который, в принципе, с которым легко общаться, легко дружить. Вот. И, соответственно, то есть, когда я вижу, кто этот персонаж, допустим, вот он обладает этими характеристиками, я его назову Вася. Вот. И, собственно, когда буду искать в интернете фотографию, я тоже буду ориентироваться на какие-то свои стереотипные образы. Я туда вставлю, то есть, эту фотографию, потому что именно я буду пользоваться этим архетипом, этим персонажем. И когда я буду видеть его, Васю, я сразу, сразу у меня будет стереотип подниматься, я буду знать, о ком идет речь. Вот. И что должно быть вообще об этом персонаже известно? Это, естественно, его возраст, где он работает, кем он работает, женат, не женат. В принципе, сейчас немножко оговорюсь, что эта информация не всегда вся обязательна. То есть все зависит от вашего проекта, от того, для чего вы используетесь. Поэтому, может, что-то из этого надо, а может быть, нужно еще даже больше, чем то, что здесь описано. Вот, естественно, нужно знать, допустим, желательно знать, сколько он даже получает очень часто, потому что финансовая часть жизни, особенно мужчин, она влияет на них. Вот. Психологические профили поведения, то есть можно просто вкратце описывать там через запятую, тегами его какие-то характеристики. Импульсивен, не любит ждать, взрывной, там, авторитетный характер. Вот, этого будет достаточно, чтобы вы понимали вообще, что это за личность из себя и что от нее ожидать. Вот, архетип и ключевая цитата персонажа. Ну, архетип — это просто ваше внутреннее в вашем проекте название, вы можете назвать это как угодно. У меня это был просто PHP-программист. Вот. Да. Ключевая цитата персонажа — это вот его кредо жизни. Там вперед, вперед и только вперед. Это будет означать, что он там будет лбом бить стены, спотыкаться, падать, подниматься и бежать дальше. То есть это то, что характеризует его по жизни, то, на что он ориентируется. Опыт работы с технологиями. Это тут имеется в виду, то есть работает ли он, умеет ли он работать с офисом, как, насколько он в этом опытен, социальные сети. Может быть, для вашего проекта будет важно, умеет ли он создавать контекстную рекламу и там оплачивать, получать чеки. Может быть, для вашего проекта там будет еще какая-то технология критичная, вы должны действительно понимать, знает он в этом или нет. Потому что если будете привлекать новых пользователей и обучать их системе этой, а он вдруг этого не знает, то вы должны понимать, что вы общаетесь немножко с человеком, которого нужно учить. Вот. UX-ожидание — это, в принципе, ожидание этого человека от тех продуктов, которыми он пользуется, основываясь на его поведении, на его характере, потому что если он будет взрывной, импульсивный, ему ни в коем случае нельзя подавать продукт, который долго грузится. Нужно искать, где найти информацию, а тут ввести фильтрики, отсортировать. То есть этому не надо будет. Вот. И использование устройств и платформ. Ну, собственно, тут важно, что, какие устройства он использует и где. То есть если он едет на работу там, на общественном транспорте, возможно, он завтыкивает в телефон или в планшет. Вот. Если он на работе, то, возможно, он тоже везде таскается с планшетом, а потом садится за стационарный компьютер, но снова с планшетом. Если он дома, то наверняка он там с планшетом, ноутбуком возится. То есть контекст и какие устройства, ну, собственно, и платформы, то есть это операционные сети, операционные системы, какие он использует, на каких устройствах. То есть его опыт использования именно устройств. Я поспешил. Сфера использования как раз устройства, то, что я рассказал. То есть это в каком контексте и что именно он использует. То есть он на работе может там постоянно зависать в Excel, периодически заходить там, не знаю, на Stack Overflow и еще куда-то.
Дома он будет листать там TechCrunch. Вот, на работу, по дороге на работу он может зависать в игрушки. Вот. Девятое, что он должен или не должен делать в рамках продукта. То есть это как раз его личные цели и антицели, можно так сказать, в рамках вашего проекта. То есть если ему нужно просто быстро добавить какую-то информацию, вот, то есть это нужно описать. Если наоборот человек любит долго копаться, разбираться с информацией, категоризировать ее, перемещать с места на место, копировать, вставлять, то тоже это важно записать и важно учитывать для этого персонажа. Ну, отношение к бренду, продукту, конкурентам, это вот это как раз маркетинговая тоже такая составляющая. То есть тут больше надо понимать, что он, какие эмоции у него и что он вообще подумает при случае, когда он услышит название вашего продукта, название вашего бренда. То есть он такой, ну да, я пользуюсь ими, но просто потому, что конкуренты еще хуже. Вот, то есть это как бы хорошо, что он вами пользуется, но можно же лучше, можно сделать именно так, чтобы он говорил, типа, я пользуюсь ими, потому что они классные конкуренты, не знаю, даже не хочу на них смотреть, толку. Вот, ну и конкуренты я сказал, то есть если вдруг он к конкурентам относится нормально и вами пользуется только потому, что вы чуть лучше, чем они, это как бы не ок. Ну, я добавил от себя, потому что этот шаблон взят, говорю, CXLady.com. Добавил от себя, еще часто пригодится стиль жизни этого человека. То есть, возможно, он ведет здоровый образ жизни, по утрам бегает, занимается фитнесом, йогой, ест только натуральную эко-пищу, вот. Есть другой, более веселый и простой метод создания персонажа. Вот такой чудик, он специально сделан в виде колобка с ухом на затылке. Вот, потому что каждая часть отвечает как раз на вопрос. То есть верхняя часть голова — это то, о чем он думает и что он чувствует. То есть что на самом деле для него важно, что, какие у него проблемы, радости по жизни. Впереди мы видим, что он видит, то есть что делают другие, что делают люди, которые имеют авторитет для него, что предлагает рынок, реклама. Вот. Сзади на ухе у него, естественно, что слышит, это та же реклама, что говорят друзья, что говорят влиятельные лица. Внизу, что он говорит и делает, сами понимаете, что эти вещи могут быть абсолютно разные. Вот. И вообще, в принципе, то есть как он держит себя в обществе, как выглядит, какое у него окружение к окружающим, потому что, как я говорил, если он будет импульсивным, взрывным, то, скорее всего, его все будет раздражать в округе. Вот. Ну и внизу это более достижение, то есть что для него является таким более глобальным там, страхом, чего он действительно боится, там, то, что у него уйдет жена, то, что снова теща приедет в гости. Вот, достижение, то есть что для него является действительно настоящим успехом, то, как он себя оценивает, для себя успех, и то, как он оценивает других успехом. Вот, методика такая, она более играющая, но то есть, тоже описав все эти пункты, можно уже представить себе какого-то человека, вашего пользователя. Вот, называется, я специально вынес Empathy Map, и если вы идете в Google, сразу же найдете. Все об этом. Теперь дальше. Пользователь сам по себе, да. Ну, якщо писати персонажів, то бажано однією методикою. Лучше одной. Ну, потому что получается, что у вас про одних персонажей будет одна информация, про других другая, но в принципе вначале вы должны понимать, какая информация в принципе нужна от персонажа для вашего проекта. То есть там не каждому пригодится, может быть, стиль жизни его. Вот, может быть, еще какое-то. Поэтому выберите одну какую-то, попробуйте одну, попробуйте другую, может, что-то понравится, что-то нет. Вот. Говорю, вначале это сложно, когда создаешь персонажа для несуществующего проекта. Но когда проект уже создан, когда он начинает набирать обороты, у вас наверняка там будут подключены какие-то Google Analytics, метрика, которые уже будут банально давать данные про возраст, про пол, про интересы. Вот. И, в принципе, эти персонажи будут в цикле проекта часто меняться, могут быть адаптированы под конкретные там подпроекты. Вот. Просто, ну, не,
не бывает такого, что создал персонаж с самого начала, и вот им пользуется до конца. Он меняется, он реально меняется, и я потом буду говорить о том, что UX это не на один раз сделал и забыл, а это штука постоянная, поэтому если компания берет себе в команду на постоянную основу UX-дизайнера, это очень классно. Это говорит о том, что они нацелены на какой-то результат, на то, чтобы сделать свой продукт лучше, да. Тільки так чесно, от з проєкту в проєкт, деякі персони вони так трохи перепливають чи з модифікаціями, чи кожен раз створюється так зовсім з нуля, так зовсім зовсім нуля. Якщо проєкти різні? Там може бути, ні, ну просто я так собі уявляю, що так от реально сісти і продумати там декілька персон, це ну, хороша робота насправді. І потім по великому рахунку всіх людей можна так поділити, грубо там, на 20-30. Ну, смотрите, то есть это да, это такой кусок работы, действительно кусок работы, он исследовательский, то есть он реально исследовательский, это не просто сидеть и из головы придумать, то есть эти данные нужно то есть, доставать, если их нет, то допустим в аналитике, их нужно действительно доставать где-то в недрах поиска в Google, то есть находить какие-то комьюнити, находить какие-то форумы, находить... Там, не знаю, в конце концов, можно зайти в LinkedIn, если то есть пригодится. Может, Facebook пригодится, может, даже ВКонтакте. ВКонтакте. Я просто не люблю это слово говорить. Ты тоже, вот как раз про це я теж думав. Якщо я шукаю щось про іншу людину, так, то, в принципі, те, що я про неї свій бачу, це, ну, те саме LinkedIn, те саме там ВКонтакте, Facebook. Це, по суті, моє уявлення про цю людину, виходить. І, по суті, персона – це моє уявлення про якусь людину, базуючись на якихось там фактах. Ну, коли він сюди створюється, так, то є це саме… То есть, когда с нуля создается, то есть проекта еще нет, да, действительно, то есть человек еще не совсем, ну, то есть пользователь не совсем сформирован, да, тогда это больше гипотеза, которая потом перерастет уже более понятная, когда будет проект. Вот, но, то есть, все равно этих данных, как минимум, то есть, если вы проведете исследование качественное, уже будет достаточно, чтобы понимать, допустим, там, эта штука нужна или не нужна им. Возможно, то есть, ну, то есть, все равно, то есть, если вы будете базироваться на каких-то исследованиях, все равно то есть, будет больше качества, чем вы просто из головы все это сделаете. Да, просто, не знаю, как на мене, я просто тут багато чую, что может быть багато від себе, від самого дизайна, ну, можно своей личностной приписать человеку. Можно, легко. И этим грешат многие. Я даже больше скажу, что, в принципе, там, современные UX-дизайнеры, у нас, в принципе, в Украине вот эта грань между UI и UX очень размыта, и часто там смотришь вакансию, требуется UX-дизайнер, ты такой, о, прикольно, даже ищут, то есть молодцы компания. Заходишь, а там читаешь требования, ну просто дизайнер UI нужен, ну, юзер-интерфейс-дизайнер. Зачем они UX пишут, непонятно. Рекрутеры, ну, то есть не знают разницы, и когда я работал в работе UA, то есть часто приходилось категоризировать абсолютно неправильные вакансии. Так же самое, и когда я искал себе в команду дизайнера, я просто просил банальное понимание принципов UX от дизайнера. И когда приходили ко мне ребята, они действительно были красивые макеты. Видно, что они, есть понимание у них цвета, композиции, у них все это есть. Вот. Но когда ты спрашивал про UX, то есть что ты можешь мне рассказать, что ты знаешь? Ну, это должно быть удобно. Нет, ну да, да, это должно быть удобно. Ну, я читал Стива Круга. Ну, хорошо, уже молодец, и что ты из этого вынес? Ну, надо не оставлять человека думать, когда он пользуется интерфейсом. Ну, то есть на этом все. И как бы они всегда, то есть, ну, то есть таких дизайнеров было много, которые приписывали себе знания UX, приходили, и в итоге все, что они могли назвать, это книгу Якоба Нильсона и Стива Круга. Вот. Более-менее понятно? Цікавить, наприклад, з цим персонажем користується лише команда UX-ів і дизайнерів, чи цей персонаж входить і команду бекенд-фронтенд-розробників, ну, взагалом? Ну, я, звісно, чоловік... Що на основі цього формуються вже далі шаги і то, як пользователь буде взаємодействовать з тим же сайтом або сервісом. А ні, мені просто цікаво, чи він... от, чи цей персонаж, він, якби, на... Якби чи ним оперують вся команда, включно з розробниками, чи тільки ним оперує UX-команда? Ну, я ідеаліст. Тобто я стараюсь так, щоб ці дані завжди доходили до всіх, вот, і на них орієнтувались. На них орієнтувались. Но как бы, є жорстка правда, що не всім ця інформація нужна, остальные просто приходять зарабатывать деньги на роботу.
То есть для них, если я скажу, типа, ребята, ну это не надо делать, потому что у этого пользователя, ну то есть ему нужно реально другое. Ну, окей, другое, хорошо, да. Да. Тут может оказаться проблема в том, что мы слишком категоризируем информацию о пользователе. Мы можем внести ту информацию, которая не нужна для конкретной системы. Например, если мы разрабатываем дверную ручку, типа там, или выключатель света. Да, вы должны понимать, что он может прийти домой после работы уставшим, а может после пьянки пьяным. Вот, он может утром еще сонным. Там, ребенок там. Да, ребенок, жена, да. То есть вот это вы все должны, то есть, ну... Ну, то, что какое у него образование высшее или там... Я сказал, я еще раз говорю, что все зависит, количество этой информации зависит конкретно от вашего проекта. Конкретно. А ручка поломается. Главное, чтобы ребенок, ну, без мелких деталей, чтобы ребенок не смог проглотить. Я тут втекусь з історії з дальнього життя, чи треба команді здати про персони, це все. Ми працювали дуже довгий час на логіці з топ-1 e-commerce сайт в Нідерландах. Там близько 22 мільйонів користувачів, більше, ніж населення всієї Голландії. Багато тут моїх колишніх колег теж присутні. І знаєте, коли розробники стандартно це думка, типа замовник мудак, він не знає, що він хоче, він що не розуміє, що цю кнопку тут ще не треба. Цей two-step якийсь verification, це взагалі повна срака, і воно ніколи, ну, взагалі не юзабельне. І ми постійно нашому продакт-оунеру казали, там, бекенд-розробники, фронтенд-розробники, що цю сторінку треба переписати, що ці скріни взагалі повна жесть, ти мудак, шутили з нього, ми взагалі вели себе дуже непрофесійно. За цю історію мені дико стидно, і вона мені дуже багато що навчила. І потім чувак не вирішив, сказав, давайте по one-on-one call. І він мені просто відкрив дані, що вони реально в їхній офіс привели 50 людей, вибірку, користувачів, які в'язають конкретно цей от скрін, який ми зробили. І там були всякі голландські пенсіонерки, і тінейджери по 15 років. І вони реально той скрін, який ми нав'язували, вони реально з ним не могли розібратися. А то такий тупий з нашої там девелоперської точки зору, там типа конверсія була максимальна. Всі реально розуміли, що треба зробити. І з того часу я зрозумів, що якщо ти навіть бекенд-розробник або фронтенд-розробник, і тобі пояснили, як реально туди буде використовуватися твій продукт, то тоді ти просто заспокоїшся і розумієш, може замовник не такий мудак, може він просто знає більше за тебе. Мало того, може навіть і поможеш чим-то. Інновація і як робити спрощення продукту. Можна генерувати ідеї, але ну, просто основний урок, який я вивчив, був дуже категоричний. Я судив тупо по собі. Я ставив свою персону як персону одну єдину, яка буде юзати цей сайт. А там вже ж все населення Голландії. Тобто це моя ключова помилка, що я вважав свій user experience важливіший за user experience всієї спільноти. Да, на самом деле это не только твоя ошибка, это, в принципе, этим все грешат. Даже UX-дизайнеры тоже грешат, иногда бывает, их уносят в сторону. Они вроде как думают, что все отлично, все под контролем, но промелькают такие моменты. Но они обычно всплывают, когда они начинают защищать свой проект, тогда начинает всплывать такое. Да. Это несумежное питание до этой жизненной ситуации. А ви розказували про аналітику, систему аналітики. А чи, власне, чи були у вас досвід з фокус-групами? Чи ви запрошували їх на той же ж робота UA? Я розкажу потім чуть далі. Хорошо про це? Да. Да. Які основні інструменти зберігання таких даних? Я ще розкажу. Да, я ще розкажу, на самом деле. Я ще розкажу. Да. Вопрос по персонажам. Ты говорил, что не больше, чем три. Но, например, работа UA, у нас есть соискатель, есть работодатель, есть служба поддержки, есть администратор сайта. Зарабатывается три роли на каждую из групп? Или... Да, да, на самом деле, да. Если говорить о работе UA, то там лучше сделать три соискателя, три работодателя. Ну, говорю, у меня три соискателя. Это был PHP-программист, региональный менеджер компании фармацевтики и... Вот не помню, по-моему, бухгалтер, девушка, вышедшая из декрета. Вот. Ну, там мы решали просто проблему, то есть функционал. Это были персонажи конкретно для решения там той проблемы. Честно, я и не помню, я бы назвал. Но вот я создавал их как раз для той цели. Еще кого-то? Да. Мне кажется, что тут пропущено будет нетфайдинг. В смысле нетфайдинг? Нет, ну, нетфайдинг, что типа вообще для чего дизайн, типа что мы улучшаем, типа, и то есть, ну, то есть... Для чего вообще весь этот UX типа нужен? Типа,
Мы начинаем с того, что вот у нас уже есть сайт, мы для него что-то будем делать. А не так, что наш сайт нужен для того, чтобы, например, маленький ребенок смог типа связаться с родителями. Ну, окей. Если мы говорим... Потому что мы ищем типа проблему человека и решаем эту проблему, используя UX. Да. То есть, потому что тут нету, мне кажется, пропущена вот именно самая начальная фаза. То есть, какую проблему мы решаем? Ну, в итоге, то есть мы решаем проблему, то есть уникальную для каждого проекта, естественно. Просто решение этой проблемы всегда начнется с изучения пользователей. Нет, я хочу сказать о том, что типа получается, что нам уже есть проект, уже кто-то нашел эту проблему, и мы должны ее решить. Не так, что о, идея, знаешь, я понял. На самом деле иногда проблемы вроде и нету. На самом-то деле все работает, заказывает. Ну, там, допустим, я продаю там плюшевые мишки, у меня 2 заказа в месяц. Ну что, нормально работает, продает. Вот. А когда ты реально там начнешь узнаешь свою аудиторию, которая бы заказала или закажет эту плюшевую мишку, ты понимаешь, что на самом деле у тебя проблемы на сайте, и ты можешь не 2 заказа получать в месяц, ты можешь 100 заказов получать в месяц. То есть это только тогда, когда ты узнал уже пользователя. А может быть, да, изначально, то есть ты видишь, что там в форму регистрацию приходит 1000 посетителей, из них 2 выходит. Ну, это реальная проблема. Правильно? Ну, да. То есть проблема возникает по-разному, на самом-то деле. Но в любом случае... О том, что мы сосредоточились на каком-то конкретном направлении, типа там магазин, сайт, вот с этой стороны мы смотрим. Вообще-то идея в другом, типа что-то внести, ну, да, инновации, да. Почему мы используем ноутбук, а не сидим на персональном компьютере. То есть что-то такое, дать человеку бутылку, а какую-то маленькую, типа, а не двухлитровую. Поэтому проблему, которую нашли, типа мы ее решаем. То есть UX это шире гораздо, чем то, что мы сейчас смотрим. Да, да, на самом деле, да, все верно. То есть UX это я рассказываю на примерах цифровых продуктов, потому что мы с ними связаны. Вот, ну, большинство из нас. Вот. Но на самом деле, конечно, UX это выходит из зоны цифры, она переходит и, естественно, в нашу жизнь, допустим, в тех же этих. Сейчас, в какой-то стране, вот я показывал дорогу, типа, которую сделал дизайнер и по которой ходят люди. А в какой-то стране изначально, в принципе, садят небольшой газончик и просто смотрят, куда ходят люди. И уже на том месте делают эти дорожки. Вот. Либо, допустим, для примера, те же американские здания высотные, у них же есть пожарные лестницы. Вот, и у них же в этих пожарных лестницах специально сделана дверь так, чтобы откуда ты не бежал, как бы ты в панике не был, ты всегда сможешь ее открыть. Вот, то есть тоже для этого проводились исследования, там, наверное, ни одна голова разбилась, пока проверили эту идею, ну, мало ли. Вот, да, об этом хотели сказать? Да, шуши вообще. Да, спасибо большое. Продолжим. Вот. Но, естественно, персонаж не бывает без того, как он пользуется, без сценария его взаимодействия, или как можно назвать там storyboarding. Да? Знакомы с таким термином, правильно? Вот. Знакомы? Поднимите руку, кто знаком. Ну, в принципе, вот. То есть storyboarding, для других объясню, это просто, то есть, можно выразить как там, слайды в комиксе, как он пользуется, как юзер пользуется продуктом, что нажимает, куда ходит. И так далее. И плюс данным слайдом я хотел сказать о том, что важен также контекст использования продукта, не обязательно цифрового, как мы уже говорили. То есть вот там Коля шел-шел, вечером пятницу, батарея заряжается, сел на лавочку, приуныл, потому что пятница вечер, никто на пьянку не зовет, вообще нет никаких планов. Блин, как-то грустно, скучно, и тут звонок, он видит, о, Вася Бухарев, то есть с ним можно как раз побухать. Но тут возникает у него первая эмоция, типа, наконец-то у меня есть планы на пятницу вечер. А потом вторая, блин, у меня телефон заряжается, поэтому нужно срочно, быстро решить, где мы встретимся и во сколько. Вот. То есть контекст и эмоциональное использование тоже важно в рамках сторибординга. И, в принципе, лучше иметь документ, который бы это описывал. Он может выглядеть как угодно. Хотите, рисуйте там подобными слайдами, хотите просто там блок-схемой, хотите просто пункт 1, 2, 3. Но лучше расписать вам, чтобы представить идеальное пользование вашим продуктом. Оно, конечно, продукт ваш не будет пользоваться так, как вы расписали никогда, но, тем не менее, это будет лучше, чем если вы будете делать наобум.
Как получить необходимую информацию? Блин, я каждый раз смотрю на слайд, мне страшно. Надо его поменять. Пункт номер раз. Это как раз про те методики, про фокус-группы, которые меня спрашивали. Опросы. Все банально просто. Есть возможность онлайн-опросов, есть опросы в том же ВКонтактике, есть опросы и в Фейсбуке. Желательно, конечно, опрашивать свою аудиторию, но если вы еще не совсем ее хорошо знаете, ничего страшного, если вы просто проведете опросы, но всегда должна быть одна единственная цель, и результаты этих опросов должна давать конкретный ответ «да», «нет». Вот, то есть не может «да», может «нет», «если», а конкретно «да», «нет». То есть вопросы должны быть сформированы таким образом, чтобы количественные данные после опроса говорили «да» или «нет». Естественно, не стоит делать дофига вопросов, если вы не собрались подарить тем, кто отвечает на вопросы, новый iPhone 6s. Вот. Потому что если пользователю за это ничего не будет, он посмотрит на эти вопросы, скажет, да ну иди ты в баню, и все. А ради iPhone 6s он готов на все, наверное. Ну, у нас еще и не поступили, да, не поступят. Вот. Естественно, измерять результаты. Результаты должны быть количественно-качественные. Вот. Интервью. Интервью как раз вот касается тех фокус-групп, когда вы знаете, приглашаете или приходите в гости, по-разному бывает. Бывало так, что я как раз ездил по работодателям, и я видел, смотрел, наблюдал, как они пользуются, то есть вообще, как, что происходит в них в течение рабочего дня, как они пользуются работой, как они пользуются ворком, для чего они пользуются, как они приглашают этих соискателей. Вот, то есть, и, собственно, я проводил с ними интервью. Интервью всегда это были заготовленные вопросы. Когда я пытался сделать эти вопросы экспромтом, у меня ничего не выходило, это нереально. Я всегда с собой брал напарника, который сидел и записывал ответы на вопросы. Я всегда задавал открытые вопросы, то есть вопросы, на которые давали развернутый ответ, а не просто «да» или «нет». Вот, это важно, потому что «да» или «нет», вам нравится или нет, с этого вы ничего, никакого качества и эффективности не получите. Ну и были у меня часто случаи, когда там человеку скучно на работе, а тут его пригласили пообщаться, и он начинает рассказывать обо всем да всякое, и просто уходит от вопроса в сторону, он начинает рассказывать полный бред, и при этом нужно не бояться его остановить, естественно, не жестко, а мягко ему сказать, типа, давайте не будем отклоняться от вопроса, давайте уточним, вы сказали на этот вопрос это, окей, вот. Что? Кошку с собой убрал. Ну, это зависит от респондента. У меня был один, пришел, такой худой-худой, седой, со шрамами на лице, с выбитыми зубами, кучей наколок. И мне было стрёмно с ним, честно. Оказалось, он геодезист. Где вы брали респонденты? Мы брали из базы. Мы делали рассылки. Рассылки. Да, мы приглашали, говорили, что мы предложим чай, печеньки и, по-моему, там сувенир за то, что вы поучаствуете. Вот, после этого те, кто ответили «да, я хочу», я их всех лично прозванивал, общался, мы договорились либо на вечер, либо они в течение дня подходили, либо я к ним приезжал, по-разному было. Вот. Ну, естественно, я честно скажу, мой личный лайфхак, я часто юзаю друзей для этого. Они меня за это ненавидят. Вот, но очень часто я прошу, там есть такой тоже методика, там 5-second test, то есть просто показываешь ему скриншот и говоришь, типа, где здесь залогиниться? Черт, исчезло, не знаю. Все, плохо сделал. Вот. В общем так, и помню, была девочка, тоже она очень любила рассказывать долго про... То есть она отвечала на вопрос, потом начинала рассказывать про свою жизнь. Не, на самом деле это было важно, потому что я как бы понимал, в чем живет соискатель, как он ищет работу, где этот поиск работы в ее жизни находится. Может быть, можно было что-то придумать для как раз таких вот. Но мне приходилось ее прерывать. И просто, чтобы понимали, почему лучше их останавливать, респондентов, потому что если вы все это затянется, респондент идет с чувством, что вы украли у него дофига времени. Не он сам у себя украл, а вы у него реально украли дофига времени. И это будет нехорошо. Ну и плюс тоже вы будете истощены, вы будете уставшими и тоже не рады, что все это так затянулось. Одно ограничение, мне кажется, что
мы должны покрыть все наших пользователей, то есть выбрать хотя бы по одному из персон. В идеале три. Ну хотя бы, чтобы покрыть хотя бы для каждой персоны. Да. Да. Потому что может оказаться так. Опрос в интернете показал, что все пользователи, что все люди используют интернет. Ну, если вы это такое сделали опрос, то так и покажет. Это, знаете, где-то я хотел, кстати, по-моему, для предыдущего слайда, у меня был скриншот опросника, где результаты опроса, там, считаете ли вы себя оригинальным? И там только один ответ – нет. Один оригинальный человек? Да, а все остальные – да, я считаю себя оригинальным. Но, собственно, то же самое. Вот. То есть, естественно, опросы нужно ставить самому, и для этого требуется некий опыт. То есть, возможно, там с первого раза не получится, а просто можете даже и почитать о методиках составления опроса, чтобы просто избежать сразу же факапов. Вот. То есть я даю такую больше направленную информацию. Если вам все это интересно, спросите меня, где найти информацию, потом в Фейсбуке добавьте, напишите мне лично, я люблю пообщаться, люблю подискутировать. Люблю, когда ко мне добавляются друзья, или я добавляю друзья, вот, когда лайкают мои фоточки. Смотрите, понятие фокус-группе. Вы думаете, до чего эти ивенты собираю? Я хочу больше народу, мне нужно проводить опросы. Да. У нас є три персонажі. Да. І перші двоє займають, нехай перші місце по важливості, так? І один персонаж хоче одну функціональність, другий персонаж хоче другу функціональність, які взагалі ніяк типу, не хоче. Типу, я хочу це бачити так, я хочу це бачити так. Кого будеш вибирати? Звісно, ключові. Ключові, як вибирати ключові персонажі, я думаю, це вже к бізнес-аналітики, це вже більше таке, от, ну, то есть, скорее, от якраз в самой верхушке. Должны сказать UX-еру, что вот мы ориентируемся на это, когда UX-ер придет с точно такой же проблемой и скажет, что вот, ну, есть такое. Вот. То есть я не могу решить, потому что такая ситуация. Но бачення керівництва не завжди може відповідати. Может, может, может. Ну, бывают всякие ситуации, то есть бывает, что с этим может и отдел маркетинга, если есть, помочь. Допустим, может и продажник, отдел продаж может помочь. Они скажут, что вот эти вот у нас чуваки, они дофига покупают, они всегда рады, они всегда лояльные. Вот, давайте лучше им поможем. А может так будет, что будут разобраться два интерфейса? Что? Ну, в связи с тем, что будут там два интерфейса разобраться, або две вариации, або... Да. Або якась кастомізація. Або якась так. Да, да, может. Даже сейчас, допустим, те же американские банки, они больше уходят в юзер-ориентированность. То есть даже когда ты заходишь на главную страницу банка, если он знает, что это ты зашел, конкретно ты, он сразу предлагает тебе конкретно под тебя там ставки депозита, может быть, там напоминает тебе, если нужно оплатить кредит. То есть у них уже на главной странице это часто выводится. И сейчас, минуточку. Даже мы, в принципе, сейчас на практике в Allbizzy, у нас, когда ты зарегистрировался, у нас абсолютно разные страницы главные после регистрации. Потому что, ну, разные бывают источники после всего этого. Для чего так возвращаться с этими опросниками, интервью, и чему не копировать что-то, что уже работает? Как объяснить? Я вот, понимаю, то есть я часто эту фразу говорю сейчас, это будет дальше. Я скажу после перерыва. АБ-тестирование – это уже более техническая штука. Смысл ее в чем? В том, что у вас есть одна страница с зеленой кнопочкой «Зарегистрироваться», другая страница точно такая же с синей кнопочкой «Зарегистрироваться». Вы хотите узнать, какая кнопочка из них лучше работает. Поэтому там, с помощью специальных там, того же там, Google Analytics можно, то есть, распределить трафик 50 на 50 по этим страницам, и вы в итоге увидите, что, допустим, на страницу А зашло 1000 человек, зарегистрировалось 2. На страницу Б зашло там 1002 человека, зарегистрировалось 12. Вот, то есть конверсия, это, естественно, там второе число поделить на первое, вы знаете, что вторая версия выиграла. Единственное, что этот способ достаточно сложный, то есть его нужно изучать, он с первого раза не у всех получается, потому что нужно знать, как долго тестировать, сколько должно быть респондентов, сколько должно быть посетителей. Для этого, собственно, есть онлайн-калькуляторы, ими можно пользоваться. Вот, они тогда дают вам достоверные результаты, и вы знаете, что, допустим, мы, кстати, тестировали одну страницу неделю, а потом, когда я воспользовался калькулятором, узнал, что ее нужно тестировать 3 месяца.
Вот, а я уже был готов сказать, ура, вторая версия победила. Но потом, когда мы продолжили тестирование, я увидел, что вторая версия уходила в минус, а первая начала расти. Вот, то есть я мог сделать ошибку и преждевременно сказать, что вторая версия выиграла. Вот, и, естественно, тут тоже надо заранее планировать это все, то есть какие вы данные хотите получить, на что будете опираться, что будет измерять, успешно это или нет. Не делайте преждевременные выводы, как я это чуть не сделал. Не упускайте из виду второстепенную статистику. В каком смысле? Если у вас на этой странице регистрации, допустим, внизу есть ссылка на платные пакеты, и в прекрасное время у вас переходы на платные пакеты и покупка там достаточно было немало народу, а тут вы начали проводить АБ-тестирование, то покупка, как раз этот переход и покупка может уменьшиться, а вы этого не заметите, потому что вы ориентируетесь на зарегистрироваться. Поэтому, если у вас еще какие-то важные данные есть, которые вы, ключевые, которые вы собираете для понятия эффективности, лучше тоже за ними следить, чтобы они не падали. Вот. Источники трафика должны быть одинаковыми для всех, естественно. То есть, если у вас на одну страницу идет органика, там, ну, я сейчас про веб-продукты говорю, если у вас идет на органика на органика и платный трафик, и там с Фейсбука, ВКонтакте идет на одну страницу, то и точно такой же трафик должен идти на другую страницу. Вот. И результат всегда должен выражаться в числах, в конверсиях, в том, что скажет вам количественно, насколько эффективно или нет. Вот, поиск юзабилити тестирования – это то, что выявило мою ошибку при опросах, при интервью. Вот. Это для этого мы опять-таки приглашали наших пользователей работы UA к нам в офис, обещали им чай, кофе и сувенирный подарок. Вот. Я их садил возле компьютера, и на котором было там открыто либо прототип, который я делал там high fidelity, то есть максимально близкий с дизайном, либо сам продукт. И давал им задание, то есть, допустим, вот мы попали на наш сайт, нам нужно создать резюме. Погнали. И попросил его, естественно, комментировать свои действия, что он видит, что он чувствует и так далее. Но больше и со мной всегда был мой коллега, который просто записывал, иногда просто помогал мне, говорит, типа, так, а спроси мне вот это вот. Вот. Просто если будете один это все смотреть и записывать, вы не успеете, многое упустите или запишете неправильно, а потом не поймете, что записали. Поэтому лучше для этого отдельного человека иметь. Вот. И больше надо обращать внимание на то, что он действительно делает. То, что он говорит, тоже важно, но как раз то, что происходит на экране, это вот именно то, зачем нужно следить. И вот есть пункт «Расслабьте респондента». Почему? Потому что все приходят с таким чувством, ну, приходили с таким чувством, что тестировать будут их. И они сидели, я говорю, да все нормально, то есть как дела, как погода, как вообще, то есть добрались, как вам офис, хотите, покажу. Я вот очень часто, кстати, делал экскурсию по офису, показывал, говорю, вот здесь у нас разработка, здесь у нас ремаркетинг, это они вас задалбывают письмами, вот здесь у нас там продажи. Вот. После этого, в принципе, они чаще всего уже расслаблялись, они чувствовали себя дома, они уже ставали более открытыми, не стеснялись говорить правду-матку. Вот. Но, кстати, тоже можно использовать для этой цели друзей, там, посадить друга перед компьютером, перед прототипом. Вот. Друзья, они ценны в этом плане в том, что они не будут стесняться вам говорить всю правду. То есть, если респондент придет, он думает, блин, ну не буду я убежать, ну старался же человек. То друг скажет, да, все. Ну, если хороший настоящий друг. Вот. И если вы тестируете, то постарайтесь приблизить это все к реальной ситуации. То есть, допустим, мы тестируем там, каталог туров и продажи туров. То когда приходит респондент, смоделируйте ему ситуацию. То есть, вот куда ты хотел бы поехать отдохнуть? Там, ну, в Тунис. Окей, типа, а у тебя есть, то есть бюджет позволяет, все позволяет? Да, позволяет. Типа, а когда бы ты хотел поехать? Ну, там, ну, тогда-то, тогда-то. Окей, давай там вот найдем тур в Тунис вот на эти вот даты. И тогда, когда он начинает это все делать, он уже думает критериями реальной жизни. И, в принципе, это будет более качественное, более эффективное исследование для вас. Вот. И никогда не подсказывайте, если он вдруг завтычил, если он вдруг потерялся. Спросите лучше, что он ожидает увидеть, сделать, узнать в данной ситуации. Тогда вы можете получить действительно ценную, важную информацию и классную идею, чтобы использовать ее в дальнейшем. Вот. Ну, а, собственно, тупить обычно я жду 5 секунд, если что смотрит, я спрашиваю, типа, все нормально? Там, да, все нормально, я просто читаю текст, я хочу убедиться, что все хорошо. Ну, что я не отправлю свои данные карточки каким-то левым людям. Окей, хорошо. Вот. И этапы UX, вот как раз вот на этом месте, то есть где рождается проблема, она может рождаться в любом месте, на самом деле, проблема. До этих этапов и во время, на самом деле, вот в этом этапе.
Вот, empathize, это то есть, как раз вот эмпатия — это ключевой навык UX-дизайнера. Это тот навык, без которого UX-дизайнер существовать не может. Он должен реально чувствовать боль пользователей, он должен их сочувствовать, он должен понимать, что он ответственный за каждый «да» пользователя, когда будет пользоваться этим продуктом. Вот, поэтому это изучение пользователя, empathize, он, понимание этого пользователя. Define, то есть понимание его потребностей, его проблем, осмысление все это. Идея — это уже, тут начинается уже как раз цикл, когда ты придумываешь, как эту проблему можно решить. Вот. И, как я говорил, UX не бывает так, что сделал и забыл. То есть это ты придумываешь, проектируешь, запускаешь, тестируешь. И в оригинальной схеме не было пункта evaluate, я его добавил, потому что это очень важный пункт — оценка данных, которые получены из тестирования. Это даже иногда бывает очень долгий процесс, когда ты собираешь все это, садишься и такой: так, ага, вот это вот здесь, и это занимает 1, 2, 3 дня по-разному, ну, в зависимости от объема задачи. Вот, и потом снова, то есть оценили, поняли, там, посмотрели данные, поняли, сделали правильно, неправильно, и снова погнали. Идеи, прототип, тест, evaluate. Вот, и все, и это как бы бесконечный процесс. Миф и дизайн, чтобы понимали, это вообще, ну, обобщенно, то есть касающийся и UX, и юзабилити. Вот, пользователи не скроллят, нужно главное размещать в первом экране. Это, честно, маркетеры страдают таким мифом, говорят, вот надо в первом экране разместить сразу же формочку, потому что пользователь не будет скроллить вниз, чтобы достать эту формочку. Нет, на самом деле, если пользователь зашел на сайт и в первом экране убедился, что он попал на нужный сайт, он на этом сайте сделает нужное для него действие, он будет скроллить. И я не смог вставить, к сожалению, в слайд скриншот своего сайта. Там пелена, просто пелена. Как раз вот сайт, ну, проект рассказывал вам с этими виджетами, библиотекой. Вот, там просто огромнейшая страница. Ее почти все скроллят до конца. Там буквально остается, не знаю, пикселей 500 до конца, и только там вот начинают уже отваливаться некоторые. Все скроллят, поэтому если пользователям надо, они будут скроллить. Вот. Просто на первом экране лучше ему сразу дать понять, что они попали именно туда, и они могут действительно то, что им надо, сделать. Пользователь должен достичь цели за 3 клика. Кто-то знает такой миф? Да. Древний миф, очень древний миф. И вот эта серия из «Симпсонов» прекрасно доказывает обратное. Смысл этой серии «Симпсонов»? Вы знаете, это проблематичная семья, у них куча проблем между собой, и они пришли на терапию. Смысл терапии в чем? Их посадили в кресло, подсоединили провода, и перед ними кнопки. Каждая кнопка бьет током другого члена семьи. И вот, по идее, они должны были пару раз ударить и успокоиться, и сказать, то есть, я все, не хочу больше делать вам больно. Нет. Это же дурацкая семья, она больная. Они делали совсем обратное. Они начинали, то есть их цель была как можно больше заморить своего члена семьи. А для этого нужно сделать больше кликов. То есть все зависит от цели. Если пользователь знает, что он достигнет цели с помощью там 6, 7, 10 кликов, он достигнет, он прокликает все. И нигде не отпадет, ничего страшного с ним не случится. На всякий случай, это первый сезон, 4-я серия. Він ще тоді з'явився, коли інтернет був доволі повільний. Да, да, дійсно, да, да, да. Просто його до сих пор використовують. Просто ось в чому проблема. Главная страница самая важная. Нет, если ваш сайт Google, да, действительно, ваша страница важная. Вот. Это было еще в моем практике, когда я рисовал дизайн, рисовал макеты, и когда заказчика спрашивал, ну что, с чего начнем? Ну, с главной страницы, естественно. Нет, ключевая страница, если мы говорим о e-commerce, это страница товара. Если мы говорим о каком-то онлайн-издании, это всегда страница одной статьи. То есть главная страница – это крайне редко главная страница. И даже сейчас на Allbizzy там была большая борьба там, акционеров с нашим отделом продакт-менеджера. Давайте сделаем классную главную страницу. Мы заходим, а там реально посещение 3000 в месяц при 50 миллионах. И как бы зачем? Но она же главная, она у нас типа вот должна быть красивой. Да нафига, ну как бы тратить на это время, тратить на это деньги, силы, только для того, чтобы сделать красиво. Вот, поэтому это миф. Есть ключевые страницы, обычно абсолютно другие. А вот, пользователь читает весь текст, что вы написали. Ну, естественно, если это статья,
то есть это блог, там, издание какое-то, то он прочитает это. Но если это какой-то лендинг-пейдж, где вы решили описать все преимущества, все возможные способы доставки, технологии производства, сертификаты, получение и отправка, честно, в какой-то момент пользователь такой, блин, да, все. Да, лучше, если, конечно, это все выделено заголовками, и тогда он поймет, что ага, по этим заголовкам не надо читать, по этим заголовкам не надо читать. Вот. Но весь текст не будет прочитан. И если это SEO-текст, то тем более. Особенно классные SEO-тексты, которые робот писал. Зеленая кнопка «Сохранить хорошо», красная «Сохранить плохо». Все зависит от ситуации. То есть, да, действительно, в большинстве случаев зеленая, синяя кнопка «Сохранить», ну, зеленая даже больше. То есть это как психологически успешное действие, то есть оно лучше работает. Но когда мы на работе, то есть фирменный цвет красный, решили на форме регистрации, точнее не мы, а отдел маркетинга решил, что негоже на форме регистрации ключевой страницы делать красную кнопку, это же деструктивное действие. Давайте сделаем зеленую. Мы сделали. В итоге у нас регистрации просто завалились по полной. И до сих пор, если кто-то в той компании решит, ну, хочет поменять кнопки на зеленые, его бьют по пальцам. Вот. Но и, то есть, если пользователи работы UA там, каким-то образом попадают к вам на сайт, ну, мало ли, там, может, партнерка там будет у вас с работой UA, и те пользователи попадают к вам на сайт. Вот. И для них будет привычен красный цвет для кнопок. То есть тоже учитывайте, у них есть уже опыт пользования красными кнопками, для них это не пугающе, для них это ок. Дизайн должен быть оригинальным. Вот здесь как раз ответ сразу же на этот миф, то есть если до этого никто не сделал этот, ну, то есть эту штуку, то значит для этого есть какие-то причины. Вот. Был случай, американский заказчик, тоже e-commerce проект, говорит, нам нужно сделать страницу оплаты заказа, ну вообще, то есть весь этот этап заказа, то есть офигенным там просто, там, чтобы все там летало, там всякие селектики оформить, там сделать поля там такие красивые. Мы говорим, нет, давайте лучше оставим, говорю, то есть все в стандартном UI, потому что, то есть это понятно, они точно пройдут через эту форму. В итоге мы с ним не стали сотрудничать, он сделал там, по его мнению, вау-эффект. Это, знаете, есть такая категория заказчиков, этот неудавшийся художник или дизайнер. Вот, он всегда вашими ручками будет делать то, что он хочет. И неважно, что вы знаете, что вы умеете, я знаю. Когда-то меня попросил этот заказчик сделать 5% серый цвет. Я говорю, так будет белый. Он такой, да нет, это будет серый, вот ты видишь. Ну, в итоге это был белый, но он говорил, что это серый. Вот. Поэтому, да, и тогда, когда они сделали эту вау-форму, у них за неделю не поступило ни одного заказа. Все на этой форме все проваливались, все уходили, все закрывали. Поэтому иногда лучше некрасивый дизайн, но который будет работать, чем красивый дизайн, который не будет работать. Кстати, до сих пор же, в принципе, американские сайты... В принципе, я смотрю, придерживаются этого принципа, не все спешат переходить на что-то более трендовое. Последний раз я читал исследование про одного института, то есть о сайте одного института, который решил сделать тоже вау-сайт, там на всю, на весь экран там красивая картинка, она слайдится, там, то есть ты видишь фотографии этого прекрасного университета, вверху просто логотип, там Explore кнопка, все, нажимаешь Explore, там попадают уже, то есть пункты меню, по которым можно перейти, и справа поиск, вот. И у них в том году, то есть когда они сделали сайт, абитуриенты уменьшились на 90%. Сделали оригинально, молодцы. Все или тупые? Да. Назреватый. Кто-то видел этот фильм «Твинс, близнецы»? Да? Помните, что они реально близнецы, они не двойняшки, они реально близнецы. И в итоге, когда они встретились после там, долгой разлуки, оказалось, что они абсолютно разные люди. Поэтому вы и ваш пользователь – это не одно и то же. Вы всегда будете принимать решения, основываясь на своих каких-то личных мотивационных штуках, на своих каких-то... на свое мнение, но даже если вы будете, если вы тот, кто будет пользоваться этим продуктом, не делайте ошибки, не рассчитывайте на себя. Вот. Вы не одно и то же с вашим пользователем. Пользователи действуют рационально.
Всегда мы создаем, вроде как там use story, идеальный кейс, когда пользователь заходит, просто нажал два клика, попал на эту страницу. Но однажды я попросил при тестировании пользователя зайти и отредактировать свой товар. Ему просто нужно было зайти на страницу, главное, залогиниться. Там сразу же был список добавленных его товаров. Он просто бы нажал кнопочку «Редактировать», все. Нет, он зашел в свою почту, начал искать письмо об успешном добавлении товара, нашел. И оттуда перешел на редактировать. Оказывается, там есть ссылочка «Редактировать». И я бы никогда не подумал, что так можно. Поэтому знаете, что пользователи всегда будут действовать нерационально. И это нормально, это не стоит пугать, просто нужно их в этом поддерживать, поощрять. Можно просто эту ссылочку с листа забрать? Не надо, пусть они пользуются, пускай. Почему? Если им так нравится, если ему так удобно, наоборот, это круто. Мои пользователи — все люди на Земле. Нет, у проекта всегда будет ограничение по аудитории, всегда будет возрастное ограничение, половое ограничение, там, географическое, то есть по-разному. Всегда будет ограничение, не нужно рассчитывать на всех. Лучше сконцентрироваться на своих как раз персонажах. Вот, они у вас ключевые, они то, что будут вам приносить деньги, надеюсь. Вот на них стоит ориентироваться. Ориентироваться на всех и распыляться – это утопия. Вы в итоге потратите кучу времени, денег и сил, и мало чего добьетесь. Если это сработало у Google, либо любой другой компании, это сработает у меня. Это, кстати, кто-то мне задал вопрос такой уже. Вот кнопка «Мне повезет» из Google. Вот, она отвечает как раз на этот миф. То есть, если вы вдруг слепо копируете что-то у другого, вам может повезти, а может нет. Вот, то есть вы знаете, что Google тратит кучу денег на поддержку этой кнопки. Вот, в итоге, то есть если вдруг кто-то решит ее скопировать, считая успешным решением, то он пролетит. Вот. Да никто, ее уже невозможно пользоваться, потому что как только начинаешь вводить запрос, сразу же тебя передрисовывают на поиск. Вот, поэтому и очень много, когда, ну, то есть, какая-то компания делает что-то, не факт, во-первых, что она успешная, возможно, вы не все знаете. А во-вторых, вы действительно не все знаете, что способствовало этому решению, для чего оно было использовано, на что оно влияло и как оно было вообще в процессе компании происходило. Поэтому лучше копировать, но с умом и понимать, что для чего и как. Больше выбор возможностей – лучше. Девушки могут согласиться, может нет, когда вы там выбираете, что одеть, такие: «О боже, мне нечего одеть». Не потому, что вам реально нечего одеть, потому что вы не можете решиться выбрать, что же именно одеть. Ну, я правду говорю, нет? Да, киваю, да. Я никому не скажу. Вот. Когда было исследование, и промоутеры давали опробовать там 11 типов варенья, по-моему, и другие промоутеры в другом магазине давали, то есть, пропробовать 3 разных, покупали больше там, где промоутили 3. Почему? Потому что когда я приду к 11 типов варенья, я такой: «Боже, я люблю персиковое, я люблю яблочное, я люблю вишневое, я люблю, о боже, что же мне взять, что купить?» Нет, а если я вижу, там есть кизиловое не люблю, там грушевое не люблю, яблочное люблю. О, яблочное возьму. Поэтому старайтесь тоже не делать много вариантов выбора, особенно это касается навигации по продукту. Кстати, последний раз я эту штуку использовал, когда мы думали над сетями социальными, с помощью которых можно залогиниться. И там все орали, там надо все втулить, пускай там будут, все. А в итоге, когда втулили, я сам зашел и такой: «Блин, через Twitter или через Facebook?» Поэтому, да, лучше было сразу же ограничить этот выбор, и все было бы нормально, я сразу же бы зашел. 12-й миф – можно создавать дизайн, не имея контента. На самом деле, конечно же, можно, но лучше этого не делать, потому что потом вылазят бока. Лучше всегда дизайн создавать с реальным контентом, или если его нет, то приближенным к реальности. Вот, потому что будет больше работы потом еще дизайнеру, верстальщику точно будет больше работы, когда повылазит все, там картинки, там заголовки, все уйдет напрочь куда-то гулять, и это будет не ок. Вот. Это такой маленький миф. Очень прикольный лайфхак знаю про контент. Є шрифт, який любий текст туди закидуєш, і він робить його просто таким
блоками тексту. Да, да, есть такое, есть, да, есть, есть. Ну, можно использовать, но лучше, когда ты делаешь дизайн, ну, то есть с реальными данными, то есть, грубо говоря, ты уже представляешь реально себе продукт, а не квадратики эти все, правильно? И последний миф, щелкайся. А, вот, 13-й, мой любимый слайд. UX нужен только внутри интерфейса. Ну, вы все знаете, как работает Почта России, да? Моя девушка увлекалась посткроссингом, и к открытке в Новую Зеландию доходили в 2 раза быстрее, чем в Россию. Вот. Если Почта России создаст самый офигенный, просто мега-крутой юзабельный интерфейс, это все равно Почта России будет унылая г. Потому что как только кто-то придет за посылкой и вскроет ее, он поймет, что его... У него там не хватает того-то, там то-то стырили, то-то заменили. То есть уже пойдет плохой экспириенс. То есть те же рассылки, которые к нам приходят там с каких-то сервисов, это тоже часть юзер экспириенса. Вот, те тонкие, которые нам происходят от сервисов, там бывает, это тоже часть юзер экспириенса. То есть юзер экспириенс находится не только в центре интерфейсов цифровых продуктов, он также находится и вне. И все, спасибо вам большое.